вечер. То есть собака у него превращается в кошку, кошка превращается в мышку, мышка в Юрия Шевчука превращается, Юрий Шевчук превращается в Федора Бондарчука. Ну, то есть там... Тусами. Да, тусами. Вот, да. Причем при уменьшении нагрузки вот этого галлюцинаторного наплыва на психику, на головной мозг, у него проявляется так называемое понятие профессиональных делирия, да? Это когда человек, который... Если, ну, допустим, Сергея возьмем, да, вы радиоведущий, вы находитесь в состоянии развернутого, значит, алкогольного психоза. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.